Всем привет! Ну что ж, настоящего аркомана послухи с орхидеями могут застать где угодно. И я оказалась не исключение. Я в другом городе, и пришел интересный заказ от Tension Orchid. И вот я его получаю. Так как я, конечно же, ничего с собой не брала, и неожиданно достаточно пришел заказ, то съемка будет без микрофона и без штатива. Поэтому сейчас я нажму на паузу, распакую эту коробочку и буду доставать орхидеи. Итак, вот что мы имеем, что я нашла в коробочке. Здесь эквестрисы. Как ни странно, как ни удивительно, здесь будут эквестрисы. И я опять буду нажимать на паузу, все это распечатывать и покажу вам это уже в распечатанном виде. Итак, вот что у меня получилось. Я впервые заказываю этого поставщика, и в моем окружении никто у этого поставщика не заказывал до меня. Поэтому мне было достаточно волнительно, но качество, я вам скажу, бомба. Действительно классное. И очень-очень красивые, смотрите, плотные листья дошли, супер замечательно. Большой выбор разного. Скажу так, про этого поставщика, к нему стоит обращаться, если вы хотите азиатские цимбидиумы. Вот все, что канран, гаринги, синенс и так далее, просто сумасшедший выбор и, ну, мечта для любителей. Также много неофинетий, и также есть японики, минмару и минмару шима. Вообще очень много интересных орхидей. Посмотрите, классный прайс. Рекомендую заказать. Пришли кабанчики. И вот показываю. Я заказала два эквестриса. Я посмотрела их фотографии на Фейсбуке, на их страничке в Фейсбуке. Мне очень понравились расцветки их Phalaenopsis эквестрис. И они показывали на фотографиях разные цветовые вариации у них получились. По-моему, их там было штучек 5 или 6. Меня очень впечатлили 3. И я заказала себе 2 одинаковых эквестриса в надежде увидеть разное цветение все-таки. Но посмотрим. Классные большие листья, классные корни. Прям вау. И я взяла себе 2 эквестриса пилорика. Пилоричной формы. Фотографии просто сумасшедшие были. Опять-таки на их страничке. И вот оба пилорика пришли с цветоносами. Отличное качество и много листьев, и шикарные корни. Просто сказка, честно говоря. Не вся, далеко не вся Азия или что-то подобное приходит в таком качестве. И в основном такого качества я видела только Европу. Я довольна. Теперь осталось подождать, кто как зацветет, кто как освоится. Единственные минусы, которые я реально переживаю, это я, конечно же, с собой ничего не везла. Потому что я абсолютно была уверена, что я уже все, что могла, получила. Все, что как бы может прийти, придет позже. И неожиданно пришел Tension Orchid. Но я довольна. И буду как-то 2 недели справляться с мхом. Даже, и вот даже, честно говоря, не знаю, справляться ли мне с мхом, или все-таки распаковать их и справляться с голой корневой. Потому что с голой корневой у меня есть опыт удачный, и потом я посажу. Или, может быть, все-таки, в общем, я буду пока этот вопрос обдумывать. Потом обязательно расскажу, как все разрешилось. А пока у меня вот такие новиночки. Я довольна, и даже вдали от дома я оказалась в окружении орхидей. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями, пишите ваши комментарии. И большое-большое всем спасибо за просмотр. Солнечных дней, пышных цветений и пока-пока.